Jean Bo Finley. Damn, I'm starting to wish I'd kept this fool for myself. Rich dandy read one too many dime novels, out there trying to play outlaws with the big boys. Loves himself just as much as his daddy clearly didn't. Spent his inheritance rounding up просто the best gunmen салатик с крабовых палочек but they don't give пиво. A damn играл about и спать лег, скучно, their но спокойно. Only job is to make him look good, get his name in the newspapers. He and some of his fancy rifle club friends have taken over the old mansion at Shady Bell. Lots of guards, lots of weapons. Nothing but the best for young Bo. So why don't you head over there and dirty up his suit a little? На время участия в этом занятии активирован агрессивный стиль игры. 5 звезд. А я напилась всего? А я ничего не напилась. А почему все тоники, которые были выпиты, нет, съедены? Их, по-моему, здесь будет трое, надо было взять. Поэтому надо смотреть, что стрелять. Это не точно. Что за фигня? Почему все пропало? Все пропало, что, что найдено? Накушено. От души прям было. Все исчезло. Вот это западло, да? Раньше такого не было. Раньше можно было перед игрой это самое, в лагере наесться рагу желтенького. И все окей. А сейчас видишь, как бы новая сессия, и все, и пропадает. А, пошел. Иди погуляй. А! Какая досада. Ты просто выстреливает. Ах ты, блядь, ну что такое? Ой, блин. У меня что за патроны-то? Я что, их убить не могу, что ли? Чем стреляю? Посмотри, там сзади подходят. Они здесь, видишь, на карте не отмечают. Вроде 3 точки не видно. Значит, может быть, одно вот это надо взять. Таранов. Желтый-желтый снег. Синее бабище. Так проходит Новый год в городе Мытище. Так, в здание пока я не куда пошел? Я куда пошел? Я куда пошел? Надо мужика-то развязать. А то он начнет сваливать. Блин, он что, сваливает? Так... Твою мать, он сваливает. Все, давай со мной. Все там сваливают. Ева, оставь там всех, бежи за мной. Бегу, 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 бегу. Потому что сейчас здесь будет кавалерия. Я хрен от нее стреляю сам. Блин, какого хрена он стреляет?
Давай в здание бегом. Ну, тут надо оружейное масло взять. Угу. Ой. Ева, какого хрена он здесь делает? Ты что? Я не знаю. Блядь, добери. Ты прикрывать будешь или нет? Все, все, все. Блять, я лошадь убила, простите. Блять, косоручка я. Да что такое? Крокодилом пожрать-то, да? И питание такое прям. Ай-яй-яй. Ну все, теперь можно залутать. Сейчас я карету приведу. Крокодилы куда-то все делись. Ну, ты хотела аллигатора, он лежит. Прям тут нарисовался. Я, кстати, мяса совсем нету. Ты говорил, у тебя 3 звезды у него, да? Да, 3. Ты только 2 раза вез, у тебя уже было 5. Потом, в следующий раз. Говорит, я свободен, ура. Он? Ну, ты слышишь, он стучит. I'm free. Чуть смеется, дурачок. Я на лошади на своей. А, нет, ты... хотя, может, на тебе, на тебе. Там все эти пропали возле дома, группа. Кто возле дома попали? А, ну, трупы? Я не знаю, чем он побежал. Обычно он не бежит. Пока к мужику не подойдешь, нормально. И, короче, такой себе напарник, да? Было. Со мной в разведку ходить. Я, блядь, видела, что он зашел, но почему-то я думала, что у меня оружие в руках, а оно, блядь, не хочет оружие брать. Так. А почему туда?
Возле дома, главное, один труп лежит. Один труп остался. Да. А почему сюда едем? Зачем? Ну, сейчас иди сюда. Ну, смотри, какая штука. А, точно. Басти, боже ж ты мой. Сейчас с ним стрелять? Только не в землю, не в землю. Да, блядь, я хочу тело, это. Ты в землю целишь. А, ну, так я... Я хочу куда-нибудь. Ох, ни хрена себе. Я думаю, можно там как-то от первого лица. А, ну этот, на В вроде бы. Прикольно. Прикольно. Классно, что хорошо. Ну да. Так это классно. РДР превратится в GTA. О! Ты глянь, тут пума сидит в ящике. Ну да, это его пума. А, так надо ее это убить, да? Давай. Все, а? Зачем ее убить? Давай ее убьем. Ну, пока сидит. Я ее уже убивал, он плачет за ней. Плачет за нее. Жалко. А там нам не надо сегодня диких животных никуда? Анализов диких. Не знаю. По-моему, нет. Ага, ну ладно. Spend it in town. Что нам дадут? $60 на 36 золота. Новый уровень, 29-й уровень. Да, если бы еще минут